Всем привет! Мы в Закарпатье. Едем на озеро Синевир. По дороге вам будем показывать пейзажи. Вот мы находимся на перевале. Недалеко уже от Синевира. Здесь большая такая есть площадка, где можно походить, погулять, посмотреть на Карпаты. Все равно камера не передает всю красоту. Но хоть немножко я вам покажу и познакомлю с Карпатами. Посмотрите, какая красота. Нам еще ехать где-то километров 10. Вот на ту вершину. За той вершиной нам Синевир будет. Вот. Смотрите, какая тут красота, какие пейзажи. Тут останавливаются люди, чтобы сделать красивые снимки. Сейчас мы перейдем дорогу. Я вам покажу, что находится с другой стороны. Вот здесь на перевале стоит, строится новое кафе, где могут люди потом остановиться, попить кофе, поесть шашлык, закарпатскую кухню. Ну а пока строится основное здание, есть вот такая маленькая беседка с качелями. Качаешься и смотришь вниз. Я сейчас постараюсь подойти как можно ближе, чтобы это было как бы лучше рассмотреть. Пока наш папа забавляется дроном. Вот. Если получится, я вам поставлю снимки сверху роликов. Тех, которые наснимает наш папа. Вот. Смотрите, какая тут красота, какой тут вид. Вот это здание как построится, и там, вон, не знаю, видно отсюда, навряд ли будет видно. Там есть вот террасы, и прямо-прямо будет смотреться вниз. Вот. Вот такие у нас Карпаты. Замечательные. Там наверху на горе находится отель. Можно остановиться, пожить пару дней. Едем дальше. Мы решили выпить кофе и заодно спросить разрешения у хозяев этого кафе. Может, они нам разрешат. Я вам сниму, как это выглядит изнутри. Мы зашли в кафе. Старая прялка. Пить. Вот тут эта качелька. Мы сейчас на нее сядем, покачаемся. И вы посмотрите, как это красиво. Опа. Вот так. Тишонка, помаши ручкой. Скажи халю. Теперь мы выпьем кофе и поедем на озеро Синевир. Thank you.
Все, мы находимся на тропе, ведущей на озеро Синевир. Тишунь, помаши ручкой. Пойдемте с нами. Пешком решили мы подняться туда. Можно и на машине было. Но мы туристы. Идем пешком. На машине нереально будет останавливаться и показывать, какие тут есть ручейки и все возможное. Дорога маленькая, узенькая. И не очень удобно разъезжаться с двумя машинами. Мы рассчитывали подняться на телеге с коньми, но кони, оказывается, поднимают только зимой. Так что теперь на санях. Так что мы теперь идем пешком. Людей очень много. Людей очень много. Тут везде сдаются комнаты. Можно снять себе комнату и дышать чистейшим воздухом, кислородиком. Вот. Тут продают сувениры, есть часовенки, где можно поставить свечку, помолиться. Я вам сейчас покажу часовеньку. Вот так выглядят часовенки. Горные ручейки. Тут большое количество есть животных. На самом озере наверху водится форель. Вода там очень холодная. Но форель кишит. Если получится, мы тоже снимем возле берега маленьких мальков форели. Вот это продают сувениры. Видите, какое тут движение. Я извиняюсь за свой акцент. Я иногда просто забываю, что надо разговаривать на русском языке. Можно сфотографироваться в одеждах гуцулов. Вот так это все выглядит. Наши колыбы, где можно заказать себе покушать. Папа, помаши ручкой людям. Алло. Вот это так выглядит. Находимся между гор. Здесь Синевир находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Так что нам еще немножко надо пилять. Потому что мы теперь только на тысячке. Вот тут вдоль дороги есть вот такие лавочки для таких экстремалов, как мы, которые поднимаются пешком, чтобы они могли сесть себе, перевести дух, подышать свежим воздухом. Вот. Мотоциклисты! Видите, насколько это популярное место? Мы пошли дальше. Вот, дорогие друзья, мы поднялись на Синевир. Тут есть много палаток, которые торгуют местными деликатесами, сухими чаями, сухими грибами, самодельными настоечками и всем возможным, что только можно сделать своими руками. Вот. Теперь Синевир немножко обмельчал. Вода вообще-то стоит по уровень вот тех балок. Теперь просто не было дождей, и вода упала.
здесь вздовж, ну, по всей территории озера есть дорожки, и можно его обойти вот так кругом. Я вам покажу мальков форели. Думаю, будет их видно. Как она там кишит. Есть вот такая площадка смотровая. На тот остров можно доплывать на плотах. Здесь можно сделать прогулки на верхом на лошадях. Если сейчас вернутся люди с прогулки, если мама, точнее я смогу сесть на лошадь, я вам покажу прогулку верхом. Вот, смотрите, сколько тут форели. Пойдем посмотрим, какие тут продают сувениры. Вот и плоты. Я думала, сегодня не сплавляются на плотах, но все-таки есть. Сейчас насобирается полный плот людей, и их повезут на тот остров. Все, наша мама решила прокатиться на коняшке. Мы стоим и ждем тут. Все, мама уже возвращается. Все, мама приехала, ура! Вон, дорогие друзья, мы приехали на перевал. Это как раз 1000 метров над уровнем моря. Я решила вам показать вид, какой есть. Заодно покажу, какой здесь имеется отель с рестораном. Вот. Здесь останавливаются люди пофотографироваться, купить сувенирчики, пойти покушать. И мы тоже присоединимся к ним, покушаем здесь и поедем уже домой. Вон там наверху даже есть маленькие машинки, которыми можно покататься по горам. Вот так этот отель выглядит с другой стороны. Ресторан. Вот это карта туристических маршрутов нашего национального парка Синевир. Здесь есть реабилитационный центр бурого медведя, но мы сегодня туда не попали. Может быть, как-нибудь в другой раз. Вот еще так выглядит вид с другой стороны. Теперь не очень видно ни ущелья, но все равно посмотрите на Карпаты. Вот так выглядит ресторан изнутри. Вчера
сейчас вид на Карпаты. Детские игрушки. Бар. Все дерево, все резное. С замечательным видом из окна. На заднем фоне наша дочка бушует. Вот это маленькие автомобильчики, на которых можно заказывать себе прогулки по перевалам. Это я теперь поднялась на верхнюю террасу отеля. И отсюда вам немножко поснимаю, пока нам делают наш заказ. Меню довольно-таки обширное. Много чего вкусного. Есть и баранина, и свинина, и рыба, и копченое. Ну, всевозможное. Очень, очень хорошее. Отель очень красивый. Есть две террасы. И вот с таким замечательным видом. Вот такой вид на Карпаты. Там тоже мужчина сидит, отдыхает, снимает и любуется. Сегодня прекрасная погода, нет дождичка, ни тумана, все прекрасно видно. Вот на такой высоте живут люди. Тут имеется тоже небольшая каплечка, где можно зайти помолиться. Отель-ресторан, он в балкончике с видом на Карпаты. И машинки. Есть летняя терраса. А вон ездят мотоциклисты на горных мотоциклах, экстремалы. Вот здесь есть еще одна прогулочная тропинка с лавочкой. Вот. Вам маленький обзор мест Закарпатья. Все, приятного нам аппетита! Такой был наш небольшой обзор. Думаю, вам понравилось. Если так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Только не судите очень строго. Всем пока!